Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Клод Моне, японка. Камила Моне в японском костюме. 1876 год. Музей изящных искусств Бостона. Картина была написана живописцем исключительно с коммерческой целью для продажи на парижском художественном рынке. Носит декоративный характер. Она больше напоминает плоскостной рисунок. Моделью для работы стала жена Клода Моне Камила Донтье, одетая в ярко-красное платье, расшитое причудливым цветочным орнаментом, облаченная в роскошное блестящее кимоно, рельефные вышивки, на котором кажутся живыми. Камила повернула к художнику голову. На картине изображено кимоно Иракутаке. Это один из вида свадебного кимоно. Тяжелое роскошное кимоно со шлейфом, которое невеста надевает сверху. Его не подвязывают поясом обе. Японский стиль подчеркнут большим количеством характерных атрибутиков. Веерами, развешанными на стенах, злобным самураем, изображение которого украшает подол платья. Камила в полоборота смотрит на зрителей и кокетливо обмахивается веером. Веера, которыми украшена стена, носят не только декоративный характер. Они дополняют образ, придавая картине необходимый восточный колорит. Изображенные на них плывущие челноки, женский профиль, птицы, пейзажи – типичная японская символика. Девушка практически сливается с красочными рисунками, хотя задний план несколько затаен и приглушен. На голове у нее светлый парик, поза очень выразительна, несмотря на всю ее статичность, и зрительно уравновешивается тщательно выписанным изображением самурая на кимоно. Шикарное одеяние, расшитое золотом, написано художником настолько мастерски, что кажется настоящим. Ярко-красный цвет, традиционно для японского костюма, контрастирует с белоснежным фарфоровым лицом молодой модели и приковывает на себе взгляд зрителя, но в то же время несколько утяжеляет картину. Моне придал раскраски веера в руке Камилы в цвете французского флага. Вот такое описание я нашел в интернете в работе Клода Моне «Японка». Камила Моне в японском костюме. 1876 год. Пока-пока, до свидания.